продакшн, малолитражные машинки. И чё такое тахометр представляет? Come on. В универ поступила, в зачетке отлично. Папа купил автомобиль заграничный. Мощность не важна, главное красный. Мех на руль и ремень атласный. У нас автомат, да, к черту сцепление. Как вам такая манера вождения? Чуть не задавила прохожего мужчину. А ты попробуй поводить на шпильках машину. Как паркуешься, дура? Мужики нам скажут, а я царапину красным лаком замажу. Домой приезжаем, кому мы готовим? Тем, кто в гараже занимается с машиной любовью. Закись азота, ксенон и подсветка. Всё. А мне сиденье прожгла пьяная Светка. Мужики, на обочину сдали. Видал ты звезды, это за сбитых мне дали. У Кати и Маши женский форсаж. Гоняют по городу в сезон распродаж. Блин, сейчас в девятку чуть не вписался. Да что ты мне сигналишь, я сама испугалась. На дорогах уроды, я одна молодец. Когда я заглохну, пробка капец. Мужики говорят, купила права. Зато я зимнюю резину не пропила. Телефону решила все вопросы, прочитала журнал, вышла из заноса, на зеленый успела, пусть девятки ждут. А что ты успел сделать в машине за 5 секунд? Лейтенант Иванов, документы на авто. Ай, живот! Вы полдня простояли, карбюратор сломала, а я свою малышку сама дотолкала. Для ваших громил на стоянке нет места, а я свою ставлю у лифта в подъезде. Эй, копейки, девятки, жигуленки, знаете, как ездят культурные девчонки? У Кати и Маши женский форсаж, гоняют по городу в сезон распродаж. Блин, сейчас в гаишника чуть не вписалась, а чё ты материшься, я сама испугалась. Это куда вы все едете? Ты куда поехал в такой шапке? В такой шапке в том году ездили, но... кегли, вы чё встали? Сейчас страйк будет. Чё пересекла? Какие две полоски? Да чё ты вообще знаешь про две полоски? Запомните, мужчины, чтобы самовыражаться, не обязательно матом ругаться. Твоя копейка на трассе королева, а девчонкам нравится Александр Арева. Ты моешь свой джип на автомойке, а я в купальнике около строй. Мораль, женщина за рулем, это не шутки. А если что не нравится, едь на маршрутке. Кать и Маш, женский форсаж, гоняют по городу в сезон распродаж. Блин, сейчас трамвай чуть не вписалась, а чё ты звенишь, я сама напугалась.